начали! Это такое развлечение реконструкторов, когда они сражаются в доспехах, то есть определенные правила, но это такая тренировка, как это могло бы было тренироваться на тупом оружии, если бы тренировались для сражения. История бугуртов началась в 90-х, там, как многое в нашей стране все началось в 90-х. Вот, то есть сначала там были разные правила, нельзя было бить по голове там, и многое другое. Сейчас по голове бить можно, потому что все в доспехах, в шлемах. Вот, есть хитовая система, то есть в раннем средневековье сражаются до одного хита. То есть любое попадание в поражаемую зону является, как бы, считается смертельным, потому что для того времени это актуально, потому что защиты было не так много. Вот, то есть поражаемая зона — это голова, корпус и ноги до колен, то есть, ну, ниже колен не бьют. И не бьют по кисти. То есть нельзя бить по затылку, горизонтальный удар, и удар в лицо запрещен, колющий удар запрещен. То есть технику это, конечно, ограничивает, но есть колющие копьями. Они гуманизированы специально мягким пятаком. Вот, то есть, в принципе, колющее оружие все равно в бою присутствует. Это, в принципе, достаточно точно моделирует то, как это делали викинги, ну, и славяне тоже. Никакой абсолютно защиты нет. То есть нет каких-то доспехов, которые тебя полностью защищают. То есть, например, открытый шлем, даже открытый шлем. Если ты наклоняешь голову вперед, то передняя часть шлема опускается, она у тебя лицо достаточно хорошо защищает. То есть при попадании в шлем у тебя соскользнет удар мимо лица. Вот. А если ты во время удара просто вот так пугаешься, зажмуришься, задираешься, конечно, тебе попадет либо в горло, либо в лицо. То есть тут больше как бы вся безопасность, она в голове, как говорится, сражающегося во многом. То есть если ты знаешь прекрасно, что там ноги открыты, да, ну, соответственно, ты либо научись ноги убирать, когда тебе под щит бьют, либо не подходи на ту дистанцию, когда тебе попадают, то есть старайся там работать копьем, допустим, издалека. То есть тут есть нюансы. То есть безопасность, она прежде всего в голове. Хотя, конечно, случайности бывают. Так, выбирайте себе название, чтобы его клич был, чтобы не... Это должно быть приличное название. Конечно. Нас снимает даже не скрытая камера. Ну, вы далеко так не ходите. Вот здесь все, давайте. Вот на фоне крепости. Князь? А вы? Олег? Хорошо. Тролли! Тролли! Внимание! Приготовились к бою! Бойцы готовы? Да. Бойцы готовы? Да. Бой! Андрей не смог убежать. Кто победил? Победил Олег, да? Князь, победил князь. Бойцы к бою готовы. Ваш бой клич. Ваш бой клич. Бойцы к бою готовы. Бой. Маршалы, контролируйте сражение. Разошлись по отряду. Готовы? Команда готова. Ваш бой клич! Ваш бой клич! Готовы? Бой!
Илюша лежит. Мне не нравится, как он лежит. Он, не, он, по-моему. А, это и зарубили. Что? Кровавую! Кто победил у нас? Олег. Последний сход! Самый кровавый, как обычно! Приготовились! Приготовились! Начали!